Потратиться на поездки за границу в этом году у россиян, в том числе у жителей Иркутской области, не получится, потому что список стран, куда можно поехать отдыхать, остается коротким. Так, например, срок, когда Турция снова станет доступной, для туристов опять отодвинули до 21 июня. Помимо этого, Ростуризм уведомил туроператоров о возможной приостановке грузопассажирских рейсов. В частности, речь идет о том, что Кипр станет недоступен для россиян. Ну и в Прибайкале ограничительные меры продолжают действовать. В Тулуне решили не отмечать День России. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе. Все праздничные мероприятия отменены. А в соседней Бурятии еще и усилили ограничительные меры. В республике резко возросло количество заболевших коронавирусом. На сегодня регион занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по росту заразившихся.